холодно. 10 градусов. Ты еще не устаешь. Хорошо, да? Угу. Замечательно, спасибо. Ты куда так пойдешь, да? Вот тут. Да, и тут приехали. Да ты что, ну что я пойду, давай, ты в штафоне. Прохладно сегодня очень. Холодно, ну хоть зябко. Так и зябко, да? Зябко. Таня, посмотри сюда. Церковь Спаса Нерукотворного. Даже вот это совершенно естественно. Пошли, да? Вот здравствуйте, орнамент, здравствуйте. Совершенно естественно, очень красиво. Так вообще можно было бы подумать, что слишком красиво. Но здесь это абсолютно органично. Вот в этом контексте. И даже вот это вот купол в виде такого яйца, да, пасхального. Замечательно. Очень красиво. Да. Андрей, здесь вот здесь еще
Thank you.
я всегда, ты знаешь, если я чувствую, Таня, если я чувствую, что меня раздирают какие-то проблемы, я загадаю, если 15 покуриваем, да? Успокаивается, все нормально. Наверное, это так и нужно. А да, сжигается, конечно. Отрицательная энергия. Ножка на курьях. На курьях. А тут лошадиная голова. На кореньях. На кореньях, да. Вот с этой стороны церковь очень хорошо. Гармонично. Чудесно. Гармонично. Очень красиво. Как сказка, да? Как сказка. Слушай, а куда мы так спускаемся? Так, это сад. Ну, в смысле, парк. Дальше это прогулочная. А сюда это две твори. А дальше ты идешь туда, в Харькову. Через Волю. Вот эти вот декоративные мостики. А там конец парка, там кончается парк. А мы там не можем? Солнышко. Какое солнышко. А сколько в консерватории людей, которые терпеть музыку не могут? Господи, боже мой! Красиво. Посетил там пару лет. Я говорю, полсостава. Дал бы им деньги, сколько там они получали, только чтобы они не ходили сюда. Дал бы, чтобы, они ведь ходят ради этой зарплаты. Ну, да. Я говорю, я уверен. Задебил. Все, хватит, Андрей. И стал бы. Как тебе не стыдно? Безобразник такой. Бессовестный мальчик. Последний хозяйкин кусок стащил, а? Ну, вот безобразие. Как же тебе не стыдно? А Мэрик чего там ждет? Мэрик, ты чего ждешь? Еще кушать хочешь? Еще кушать хочет. Ну, да, конечно.